Гражданку РФ Софью Сапегу, задержанную при посадке самолета Ryanair в Минске, арестовали на 2 месяца. Об этом сообщил ее адвокат Александр Филонович. Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения – содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой – СИЗО КГБ. Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. С адвоката взята подписка о неразглашении. Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь.